нам надо менять сегодня не парламент, не парламент. Нам надо менять политический класс. А для того, чтобы поменять политический класс, нам нужна своего рода, я говорю, своего рода революция. Потому что люди, когда слышат о революции, у нас и пандемия, и все остальное, этот еще и революцию хочет. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что нам нужна революция в наших умах, в нашем понимании вещей. Мы должны понять, что мы как общество остались далеко от развитых обществ. Люди уже занимаются другими делами и так далее. А мы остались, и о нас забудут, о нас уже забыли. О нас уже мир, он и политики, и в Европе, и везде намного циничнее, чем они кажутся. Я давал пример. Вот мы любим животных. Да? Вот в Берлине до 1945 года было очень много немцев, которые жили зажиточно. Да? Гитлер им обещал, что весь мир будет ихним. И у них были домашние животные. Да? И они любили своих домочад, то есть своих домашних животных. Тогда, когда начали бомбить Берлин, и когда они понимают, что они скоро ихняя жизнь закончится, их родственников, детей и так далее, эти любимые животные стали бродягами. Ими уже никто не интересовался. Это как вы накладываете на ситуацию? Я говорю о том, что вот на нас еще могли посмотреть с любопытством и с какой-то любовью к людям, которые хотят жить при демократии, в другом обществе. А когда сегодня на Западе столько проблем, о нас забудут.